Привет, народ! Давно у нас не было видео про секонд-хенды. Знаете, с коронавирусом такая проблемка. Многие магазины просто закрыты. Вот, но есть рядом с нами недалеко, где-то 20 минут езды город, Сан-Пьер-Джули. Я там нашел хороший секонд-хенд, который не закрыт. Единственное, что они ограничивают туда по 10 человек вход. Ну, естественно, маски, перчатки, все как надо, там, санитайзер. Короче, что я там нашел? Я, правда, уже часть из этой коробки вынул, сразу начал использовать. Но самое интересное тут осталось. Я купил там 4 ножа кухонных таких. Посмотрел, неплохие еще и фирменные, к тому же, знаете, попробовал остренькие. Ножей мало не бывает. Если кто меня смотрит, давно знает. Я ножи люблю. Еще я купил такую лопатку. Знаете, как были в Советском Союзе в магазинах, там, где рассыпные продавали разные макароны, конфеты, такие металлические с ручкой. Вот, купил ножи, по-моему, по $1 купил, а эту лопатку, она, по-моему, 1.5 стоила. Такая большая металлическая, хорошая, для чего мне надо, я насыпаю птицам корм. Удобнее, знаете, из бочки или из коробки, или из мешка ведро насыпать, отмерять, сколько мне надо таких этих. И было еще 3 удлинителя. Ну, обычно просто там они по $1. Так, если идти покупать удлинитель, он стоит несколько долларов, а так по $1, я думаю, что не взять. Правильно, удлинители всегда в хозяйстве пригодятся. Вот, теперь что я нашел здесь, давайте покажу. Купил я вот такой DVD-проигрыватель. Если помните, я разбирал DVD на золото, а тут пошел купил. Ну, цена была хорошая, $9, Panasonic. Читает все форматы. Что мне было важно, он с пультом. Из-за чего я купил мой старый, который привез с Израиля, DVD, у него перестал что-то открываться механика, там, знаете, перестал открываться трей, надо так дергать, чтобы он открыл, потому что нажимаешь кнопку Eject, он не выезжает. И фильм, знаете, я люблю посмотреть на DVD. Поэтому иногда, когда вижу хорошие, интересные фильмы, забираю себе в коллекцию. Сейчас или на Blu-ray люди уходят, или вообще, наверное, уходят, начинают смотреть разные сервисы, типа Netflix, Amazon Prime, Disney+. Вот. У меня, кстати, все 3 есть. Вот. Но хочется иногда держать фильм любимый, который хочешь посмотреть пару раз. Держать в коллекцию, не знаю, мне так удобнее. Вот, люди продают очень дешево сейчас фильмы, ну и, соответственно, технику. Вот, я купил этот Panasonic за $9. А, смотрели мы обычно на плойке 4, на PlayStation 4, но сын ее унес в Man Cave. Man Cave, мужская берлога, мужская пещера. Короче, у нас на территории нашего участка земельного есть дом и есть отдельный ангар с утепленным, специально сделанным местом, где можно проводить хорошо время. Мы там планируем бар сделать, там уже есть бильярдный стол, телевизор мы туда отнесли, PlayStation там. Интересно. Вот. То проект еще довести его дома. А здесь дома тоже хочется посмотреть, поэтому я взял вот такой вот DVD. За $9, я думаю, неплохая цена. Вот, это просто чисто поржать. 45 центов стоил. The Group 5 presents украинский шампан. Ukrainian шампан. Короче, купил вот такую пластинку. Вот, знаете, это «Ридна, мати моя, ты ночей». Просто так взял, чтобы... Ну, может, когда послушаю, не знаю. Казачок, нич такая, господа, Маруся, Сусидку. Короче, такие песенки выпустила. Ну, как бы их сделали. Там собаки на фоне гавкают. Би-рекордс. Би-рекордс, сделано в Канаде. Чего год не нахожу? Не знаю. Было бы интересно, какого года она.
А даже в Виннипеге, видите, написано 779 Portage Avenue, Виннипег. И индекс. Вот такая вот пластиночка. Не знаю, я с Украины, мне, знаете, приятно. Не знаю, буду я когда-нибудь слушать или нет. Так, это, собственно, DVD. Бэтмен начало. Ну, тут много не надо что говорить. А, стоил он, по-моему, $2. $2 диск. И из DVD я купил еще Индиану Джонс. Вот, Индиану Джонс я люблю. Хорошее кино. Вернее, как люблю, кроме последней части. Последняя часть. Конечно, дрэк. Так, из музыки. Купил Pink. Музыкальные диски по доллару были. Купил Pink. Купил The Magic of Bonnie M. Потому что это Bonnie M. Ра-ра, Распутин. Daddy Cool, Sunny. No Woman, No Cry. Окей. Spice Girls. Spice Girls тоже люблю. Причем именно этот альбом люблю. Они когда-то очень были популярны, потом кто-то там вышел за футболиста замуж. Кто-то цвет волос поменял. Вот. Ну и, конечно, это шедеврально. Это у нас саундтреки из Южного парка. Саундтреки из Южного парка, это тоже круто. Uncle Fucka. Kelly's Mom a Bitch. Мама Келли, сука. Shut Your Face. Ну, I am super. Ну, кто в теме, тот поймет. Южный парк, это Южный парк. А, собственно, вот один из удлинителей, который я купил. Где он, цена еще висит, не знаю, сколько я за него дал. Ну, бывает, когда одной рукой снимаешь. $1, видите, стоил удлинитель. С двойником. С тройником. А, этот еще с защитой, видите? Тройник и удлинитель, это всегда прикольно. Тем более плоский, чем мне хорошо плоский, за диван можно поставить. Потому что ставишь, втыкаешь, и потом диван, и он видит. Потому что бывают такие, которые выглядят вот так, ты втыкаешь, у тебя такая херня еще торчит, неудобно. Вот это именно я взял, потому что он плоский. Ну и это кабель для DVD. Может, у меня где-то есть, наверное, миллион есть таких. Но я подумал, вдруг, если не найду именно такой, это композиционный. Вот не аудио-видео, который, знаете, дает этот самый по красно-белый-желтый, именно такой. Хрен знает, отличается, а нет, я взял на всякий случай, чтобы два раза сбегать. А, и взяли вот такую вот за 25 центов. Это закрывать эти самые розетки. У нас в комнате в одной она такого же желтого цвета стала от времени. Ну, мы решили просто поменять. Увидели, продается 25 центов. Потому что так в магазин пойти на $400. Взяли. Короче, вот такой был поход в секонд-хенд. В принципе, прикольно, знаете. Даже просто куда-то выйти в это время, когда карантин, и сидишь целый день дома, куда-то выйти. А это как на барахолку сходил, есть в этом что-то от охоты, от рыбалки, повезет, не повезет, знаете. Ну и украинский шампан. Окей, всем хороших выходных, праздников. Сейчас праздники начинаются, да? И берегите себя, мойте руки. Когда что-то покупаете, все потом дезинфицируйте обязательно. Мойте руки, соблюдайте дистанцию и... Пореже выходите из дома в общественные места, но гулять, ходить, потому что свежий воздух – это залог здоровья. Пока. Бай-бай.